Всем привет. Баклажаны я запек. Обычно это делаю в сентябре. Завернул в пакет и отправил в морозильник. И сейчас делаю, сейчас март, прекрасную баклажанную икру из настоящих баклажанов, а не из тех стеклянных, которые на полках супермаркетов. Перец чили нарезал, удалил семена. Пару зубчиков чеснока взял. У меня 4-5 некрупных баклажанов. Чеснок, эти два зубчика, как-то измельчить можно по-разному. Я вот так измельчил. Нарезал полпучка кинзы. Баклажаны очищаю от кожицы. Настолько просто, сейчас сами увидите. Запекаю я обычно осенью. Они стоят дешево и прекрасного вкуса. 40 минут в духовке и все дела. Вот так вот снимается мякоть с кожицы. Режу вот как-то, кубиком, примерно полсантиметра кубик. Нарезал себе баклажан и отправил в чашу. Что дальше? Соль. Укладываю чеснок. Такие маленькие очень дольки получаются. Перчик чили укладываю на сковородку. И немножко масла оливкового. Но это смесь. Оливковое подсолнечное. Минуту обжаривал перчик. И заливаю этим горячим маслом чеснок. Чили убираю, он уже не нужен. Он отдал свой аромат маслу. Смешиваю, чтобы чеснок не потерял ароматы в эфир, чтобы не ушли. Добавляю кинзу. И столовую ложку масла экстра вирджин. Это по желанию, конечно. И хороший винный уксус. Немножко, чайную ложку. Попробуйте, может быть, захотите еще немножко добавить. Или можно сок лимона развести водой пополам примерно и вот вместо уксуса использовать. Я размешал, попробовал и добавил еще соль. В принципе, процесс готовки совершен. Но это очень вкусно, и это осенние настоящие баклажаны и настоящая икра. Если полежит часик-два, будет еще вкуснее. Всем приятного аппетита. Пока.